Недавно жители микрорайона Рябинка наблюдали удивительную картину. Хорошо подвыпивший молодой человек щедро раздавал мороженое. Щедрость мужчины объяснить очень просто. Никаких благих целей он не преследовал. Украл 160 штук сладкого лакомства и, по всей видимости, понял, что переусердствовал с количеством. А как говорится, чужого не жалко. Вот и пошел его раздавать. Сообщение о краже мороженого с холодильника, оставленного без присмотра возле дома по проспекту 9-й пятилетки города Чебоксары, поступило 16 июля 2013 года. О краже данного мороженого сообщила нам 43-летняя женщина. После проведения оперативных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил 23-летний ранее неоднократно судимый молодой человек. Мужчина признался в совершении преступления и объяснил, что украл мороженое, потому что был пьян. Сумма ущерба составила более 3000 рублей. В отношении чебоксарского Робин Гуда возбуждено уголовное дело. Какое именно наказание ему грозит, установит суд. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.